Всем привет! Нашел на свалке старый огнетушитель. Практически сразу пришла идея, как его применить. В общем, я начинаю, а вам, мои зрители, желаю приятного просмотра.
Получилась вот такая миниатюрная печка для палатки. Работает она на дровах, и при правильной растопке одной закладки хватает на 3-4 часа. Это при том, что я испытывал ее на морозе в минус 30 градусов, так как конструкция имеет шибер, то есть регулятор тяги, и камеру вторичного дожига газов. Поэтому такую конструкцию смело могу назвать супер длительного горения. Для испытания нашел ножку от старого стола, так как она имеет диаметр 60 мм. И без проблем ее можно использовать в качестве подопытной трубы для этой печки. Даже можно еду готовить. Заказал трубы из нержавейки для своей палатки, так что скоро сделаю обзор. Ну а на сегодня у меня все. Пока-пока.